Буэнос-Айрес. Пока наш американский друган Илон Маск балуется космическими технологиями, мы развиваем свои, прогрессивные. Благодаря нашему зрителю, подписчику, а также просто коллеге и, как это, брату по духу, бразильскому нашему корефану из Аргентины, мы, значит, сейчас вам покажем моднейшие L-образные, очень тонкие переливные шахты. Вот у нас имеется аквариум, мой любимый, мой классичный, 1200-500-500 для моря, из оптивайта, конечно, вот он таким красивым, красивым синеньким отливает. Вот так выглядит эта шахта, ребята, посмотрите. Она очень узкая, это прям slim, вот прям очень. Тут, не знаю, может быть 5 сантиметров от силы вся ширина всей шахты. В дне имеются три выреза по трубы, это две по 32, да, под слив, и одна возвратка 25, вот она. Сейчас я буду вклеивать и постараюсь вам все это показать. Я решил сразу вам, ребята, размеры рассказать, а то меня сейчас в комментах все начнут сильно спрашивать. Значит, для аквариума 1200-500-500 длина 320, общая высота 450, это в расчете на то, что здесь будет еще переливной гребень аквамедиковский маленький. Значит, ширина в самом широком месте 140. Ширина самой вот этой вот ступеньки 450. Вот, нижняя часть, высота подошвы 700. Тут не 770, тут с высотой подошвы есть один момент. Не хочется, чтобы она была довольно большая, но в то же время должны поместиться фитинги. Они же тут загибаются. Сейчас я покажу сразу. Так, я поставил, обезжирил сам аквариум, обезжирил шахту, выставил ее на прокладочке, то есть у меня зазор есть внизу, зазор есть сзади, я приклеил так вот проставочки скотчиком, чтобы они туда не падали. И сейчас буду прокачивать. Прокачаю и буду делать с шампунем, снимать, формировать швы. Пока не забыл, кстати, такой момент, может быть, вам пригодится. Вот эта пленка, которая тут наклеена, мы сегодня сами просто вспоминали. Эта пленка 641 Аракал, цвет 3.0. Называется. То есть она бесцветная матовая. Ну, пригодится, потому что много меня спрашивают в комментах, и я сам постоянно забываю. Вот будет записано. Ладно, короче, качаем. Вот такая палочка, мы сейчас ею будем из шахты доставать. Похотливо. Ну там всякое, что там нападало. Вот такая штукенция у нас получилась. Мне лично очень нравится. Я не в первый раз это делаю. У меня есть такая конструкция на некоторых аквариумах моих, которые я обслуживаю. То есть, которые сделаны были в моей мастерской, которые я потом взял на обслуживание. В принципе, проблем никаких нет. Из негатива, что может быть, это если туда какая-нибудь незадачливая рыбка перепрыгнет через переливную шахту, то достать ее будет проблематично, по чесноку. Вот. Если вы используете плохие фитинги, там китайские, российские, еще какие-то, неважно, или они плохо затянуты, затянуть эти фитинги потом будет, наверное, тоже проблематично, тоже недостаток. Возможно, я не замечал, я вот использую год на одном аквариуме, пока у меня самая старая такая вот вещь, она год служит. Возможно, там скапливается грязь, я тоже не замечал, в принципе, даже если она есть, можно слагом отсосать. Вот, из плюсов, ради чего все затевалось, это очень элегантная, легкая вещь. Она занимает мало места в аквариуме. Вот эту подошву можно там обложить как-то красиво камнями, да, задекорировать, это не проблема, это не вот этот грабежник декорировать посередине. Вот, ну и вот. Это огромный жирный плюс, больше добавить нечего. Вот. Ну, в конечном итоге это такой компромисс между недостатками и вот этим плюсом огромным. Тут каждый выбирает сам для себя. В конечном итоге у вас огромный арсенал. Внешний рюкзак, колодец, типа вот переливной колодец, L-образная шахта, там фабричные всякие переливы Synergy Reef, короче, миллионы толпы. Короче, если вы хотите заказать роскошный аквариум с
красивейшими МДФ-фасадами вот такими вот в нашей мастерской, то ссылка на контактный центр Сколково будет в описании. Вот, можно позвонить, там телефончик, ватсапчик, вот звоните. Ну и напоследок, ребята, блядь, не пропадайте так надолго, вас полгода, короче, не было. Вы там давайте как-то почаще уже выходите. Ладно, покедова, до встречи в новых видосах.